Друзья, всем привет! Как мы и обещали, приехали мы вот в такой лес, Беломошный бор, за боровиками. Так что смотрите видео до конца, видео будет очень интересное. Вот у нас первая находочка, смотрите. Мишка, давай доставай его. Ой, просто смотри, мы мечтали о таком. Да. Ой, какой он вообще, смотрите. Мы ехали 4 часа сюда, выехали прям рано-рано утром. И вот приехали, и будем сейчас собирать грибы. Вот еще один. Смотри, какой. О. Вот такой вот красавчик. Сейчас мы его очистим. Зай, смотри. О, смотрите, друзья. Прям на каждом шагу практически попадаются. Но это будет бомба. Я говорю, это видео будет бомба. Мы сейчас насобираем грибов. Так что подписывайтесь на наш канал. Смотрите. И получайте удовольствие эстетическое от сбора грибов. Приятного вам просмотра. Вот, смотрите. Оп. Какой колобочек. Небольшой. Мы всегда мечтали попасть в такой лес. И вот, наконец-то, наша мечта, можно сказать, сбылась. Сейчас будем ходить собирать. Наслаждаться природой. И показывать все вам. Мы в тот раз просили посмотреть видео на Дзене. Ну, немного. На Дзене просмотров меньше 100. Ну, будем надеяться, что YouTube продолжит жить. Что его не отключат в ближайшее время. Будем выкладывать видео на всех платформах доступных. О, издалека видно. А, я еще видел? Да. Вон еще один. Вон еще один, да. О, смотрите. Вон еще один. Сейчас пойдем сорвем. О, смотрите, какие красавчики. Вот. О. Не, ну это сказка просто, я не знаю. Это вот я о лучшем, наверное, мечтать никогда не мог. Там видел он еще один? Там не видел. О, еще один, да. Этот уже такой плоховатый, зай. Он тут в воде был, о, сломался. Ну да, наверное, шляпку можно взять. Посмотри. Он такой напитанный водой. Шляпку-то надо? Да, шляпку. Так, где-то тут я еще видел одного красавца. А вон два даже. Смотри, как стоят рядышком. И тут еще один, три. О. Вот это ножка. Вот это ножка. Ирина Алексеевна у нас сразу фотографирует на память. Ну, такое, я думаю, мы не забудем, да, с тобой? Нет. Нет, это просто вообще, я говорю, мы просто в жизни в таком лесу, друзья, чтобы вы понимали, вообще ни разу не были. И для нас это просто нереальный кайф, такие грибы собирать.
хоть и проделан долгий путь, но это кайф. О, смотрите, на картинку можно. Смотри прям, да? Да, чистые, красивые. Слушай, пахнут? Да? Я даже не знаю, как они пахнут. Белыми, наверное? Не так пахнут, как белые, нет. Не так? Mm-mm. Лучше, я надеюсь? Так что вот так. Будем сейчас ходить здесь кругами, собирать грибочки. А. Спрятался, что? Какая красота. Ой, какой он, смотри, какой он толстый. Смотри. Зай. Обалдеть. Короче, эмоции зашкаливают. Это того стоило, что мы сюда ехали столько времени. Да. Но это реально, ребята, того стоит. 4 часа ехать. Вон, ну чистейший. Давай. Да? Сразу, да, чистим. Комары, конечно, огромные. Да ничего страшного. Мне вообще на комаров плевать, когда такие грибы попадаются. Да, знатный толстячок, конечно. А, что, даже не видел, но сейчас смотри. А, ага. Малыш какой. Ну, это вообще... Это прям красота, а не грибы. Тут, конечно, и до нас уже людей много было. И нарезано столько, видно. И вытаскивали, видно. Вот следы. Вот видите следы. Ну, в общем, и следов много. Ну и грибы есть. Мы-то свои найдем. Да, сейчас посмотрим, что. А, сгнивший уже. Да, он открылся уже. Все. Вот так вот. Бывает. Не успели немножко. Слово. Хрумкают как эти, да? Хоть сейчас бери и кусай. Давай, может, вот сюда, здесь пройдемся. Да. О, смотри, какой колобочек. Лазит, да? Ага. Коричневая, да, шляпка? Да, прям. Шел-шел и грибок нашел. Вот это. А, ну это люди вот собирали, раскидывали мох.
Ух ты ж! Ой, какой красавец! И тоже чистый, да? Вообще чистый. Я аккуратно постараюсь. Да, вон кто-то выкидывал, да? А вон, посмотри, вон. Да, только немножко. Ну, вон там, видишь, вон кто-то резал, гриб выкинул. Смотри. Ну, вот еще. Гуляем чуть-чуть с вами. Вдруг вы найдете тоже грибы. Потом напишите в комментариях. Мы вернемся, соберем. Тут мох идет. Перемешку. То белый, то зеленый. Вот Ирина нашла быстрее меня. Я тут вам хожу, показываю, а она находит. Ух ты! А как ты его не заметила? Ты ж тут проходила. Повернулась, стоит. Ну вот смотрите, друзья, как раз вот выкидывал народ, собирал, срезал, выкидывал. Значит, вот в этом месте есть грибочки, надо внимательно смотреть. Тоже кто-то срезал. Как вам лес? Напишите в комментариях. Как вообще у вас впечатление от нашей поездки такой за 300 километров с грибами? Мы кайфуем прям, честно вам скажу. Очень красиво. Все равно камерой не передать всей красоты леса.
пузатик. О. Да. Интересный такой. Ну. С такой, так сказать, попой. Ну вот этот лес мне больше нравится, чем в который мы до этого ходили. Мы уже перешли, выложили грибы в машине и пошли в другой. Здесь прям ха, ну вот, много. А там мы ходили, ну, мало мест таких, именно где мох, где попадаются грибочки. Ну, мы все равно насобирали, но здесь, мне кажется, перспективнее место. Сейчас еще дальше туда пойдем, где люди не ходили, потому что здесь леса все прям вытоптанные. Ну, людей, похоже, было много. Да и грибов было море. Опять же, сегодня воскресенье. Если бы мы приехали в субботу, я думаю, мы бы здесь нашли раз в 10 больше уже к этому времени. Вон, видите, срезы. Вот, валяются. То есть грибники доходили до сюда. Поэтому мы пойдем дальше, еще туда, куда не ступала нога человека, я надеюсь. И там уже будем собирать. Да, вот здесь вот срезы лежат, видите. Ну, я всегда по срезам, по всяким таким мелочам определяю, были люди здесь, не были. Ну, плюсом, что можно сказать, что мы-то все равно находим, даже где люди уже прошли, видно, мы все равно находим грибы. Поэтому мы не расстраиваемся. Паук, я что писал? Так, да. Люди не заметили, оп, сбоку. Вот такой вот малыш-красавчик. К нам в ведерко. Да, тут кто-то ходил, он срезал тоже. Вот здесь нашел. Главное, лунки за собой не закрывают вообще. От слова совсем. Ага. О. Слушай, красавец. Так, вот грибок
видела там? Нет. Нет? Я пойду схожу. Его даже отсюда видно. Еще один, да? Ага. А. Ой, тут такой красивый, смотри, стоит. Вот здесь никого не было просто. Здесь. Ага. О, друзья, вот моя рука. Это вот такой здоровый грибище. Я его даже, ну вот обхват руки, вот маленький еще. О, два даже их. Можно их почистить. И вот смотрите, какой красивый тоже. О. О. Что-то там еще что-то нашла? Да там огромный вон сгнивший. А, ну я тоже вон там огромный нашел. И вот два маленьких. Это, ну, бородавки. Сросшийся, вот вообще хороший. Надо его это почистить. Ну, положи, я почищу. Вон, смотри, видишь? Он лежит. Ага. Здоровый. Ну, здесь никого не было. Надо вот походить кругами здесь, посмотреть грибочки. Здесь вот сгнившие тоже два штуки. Большие прям уже, которые переросли. Ну, что-то ничего не вижу. Ладно, пойдем дальше искать. Так, издалека вижу гриб. Начинаю снимать. Ну, смотрите, какой красивый. Ну да. А там, похоже, подосиновик. Да, вижу, вижу теперь. Пойдемте посмотрим, но его смысла срывать явно нет. Да, это подосиновик. О. Ну, даже обхвата руки не хватает. И он твердый, он не сгнивший. Но мы его трогать не будем. Да, обхвата руки даже не хватает. А вот еще маленький. О, какой пузатик. О. Ну, он большой, твердый. Но его, наверное, лучше не брать. Да. Ой ты, китуку. Да. Пузатик. Да, вот мы чуть-чуть набрели на место, где попадаются грибы. Видимо, здесь никто до нас не ходил. Это радует. Вот здесь по краю. А вон дальше еще зай гриб. Смотри. Но он уже все. Но надо смотреть вот в этом районе. Да, не дошли. Вот такой вот. Но он уже все, видите, упал. Перегнивший.
Видишь, да? Ну там вон старый какой-то сбитый, вон видел. А, ну да, тут вон срезы. Вот срез и вон гриб этот, который срезали. Валяется. Не заметила? Я заметил. Да. Ну какой. Пухляш. Ой, колобокса так. Ну. Колобок, румяный бок. Вот это два красавца. Стоят. Подожди, не срывай. Не срывать? Ладно. Мы пока по сторонам посмотрим. Ну, вон рядом срезы. В принципе, да, свежие. Ну, может, не шли оттуда, не посмотрели. А это кто? Тритон выпал. Смотри. Подожди. Полоши. Ты тритона хочешь потрогать? Ну что ты его ножом-то? Да тритон, я не... Ящичка обычная. Да я боюсь, блин. Да дай я сфотографирую. Скажи привет зрителям. Дай. Да. Да что? Он не безобидный вообще. Видишь, на тебя смотреть не хочет. Ты не приветливая. Ну почему ты не это? Ты не любишь фотографироваться? Да. Не любит. Все, отпускаем? Да. Все, иди. Свою норку. Где моя норка? Вот он, нож. Да, если бы я его увидела или потрогала, я бы его спрятала. Да это обычная ящерица. Вон грибы сорванные. Там дальше начинается белый мох прям. Тут по этим дорожкам какие-то старые дороги, видно, нарезанные. А вон там гриб вижу. Но тоже похоже, что его кто-то до нас нашел. Угу. Вот. Тоже просто старый от старости он свалился. А, ну вот здесь собрали. Не закрывают за собой лунки. В общем, тут можно ходить бесконечно. Все равно грибы попадаются. Ну, для нас это, конечно же, хорошо, что мы без грибов сегодня не остались, как минимум. Погуляли. Сейчас еще пойдем. Вот белый мох пошел. Смотрите, какая красота. А вон там опушка вообще какая-то. Да, да. А мы сейчас туда обязательно сходим. Красотень такая. Я даже и не выключаю камеру специально, чтобы показать.
зрителям. А вот, смотри, это что? Да. А, он стоит. Слушай, я думал, кто-то его просто срезал и оставил. Нет, вот. Так, пока положу, потом Ирина его почистит. Да, прям красиво, да, здесь? Вот еще мох. Ну, тут горело все. Видимо, либо пожары какие-то такие точечные, что ли, либо люди поджигали. Это не то. Да? Ну давай пройдемся вот здесь. Мне уже везде грибы мерещатся. Да. Не, ну, если мне такой сон приснится, я против не буду явно. Чем плох такой сон? Порезанный, да? Не знаю, я тебе не могу сказать, как так люди собирают. Да. Слушай, они червивые. Ой. Вот уже почти второе ведерко. Сейчас надо будет тоже в машину переложить. Да, а он, вон, смотри, даже он, я вижу. Я вижу. Ты еще один видишь или мой видишь? На мой не смотри, это мой. Такой вот колобочек, он чистый. Он.
Прям это, да, глаза разбегаются, куда смотреть. Везде красота, везде этот мох. Вон, смотри, дорога какая-то. Мы, наверное, по ней пришли. Ну, мы сейчас еще кружочек такой небольшой сделаем вот в ту сторону. Машина где-то там и дорога, судя по звукам, там. Но мы туда еще зацепим, потому что мы когда пришли, мы сразу вглубь пошли леса. Очень далеко не стали уходить. Всегда оставляли трассу в зоне слышимости, чтобы не потеряться. Все-таки леса незнакомые. Хоть у меня и есть с собой в телефоне навигатор. Но лучше, когда понимаешь, где находишься. Как-то спокойнее по лесу при этом ходить. Так что сейчас еще небольшой кружок. Постараемся добить это ведерко. И уже пойдем к машине разгружаться и думать, либо дальше ехать, либо, может быть, еще по этому лесу красивому кружочек навернуть. Просто в другую сторону куда-нибудь. В общем, надо смотреть. Да, вообще, уже вышли к дороге, вон машина стоит, вон там. Мы сейчас еще вот сюда пройдемся, посмотрим. Ух ты, смотри, еще какой. Где? Вот. А. Я вот еще, смотрю, малюсенький нашла. О. Прям малюсенький, да? Красивый. Ну-ка, сейчас этот. Ага. Ну, прям молодые вообще, прям маленькие. Хорошенькие. Ай. А вот там что под этим? Не знаю. Вон холмик, на. Не знаю, посмотри, где. Холмик какой-то. Ай. Ага. Что? Белый? Блин? Да. Прям только появился. Так, а это что за холмик? Не, ну это уже трава. Это я уже балуюсь. Так. Ага. Вот. Так, смотри. Я, короче... Все, я следопыт грибной. Прям в прямом эфире уже, который достаю из-под иголок. О. Смотрите. О, не вытащишь. О. Вон. А что где? Вон тут. Подожди. Ну. Ты перекрываешь меня. Где-то вот здесь. Его прям видно было. Уже потерял. А, вон он. Надо было срывать сразу. А ты где нашла? А он прям под деревом. А. Срезанное рядышком это. Ну, такое. Это мы прям только в лес зашли. Попили, разгрузились. Нашел? Да. А, ну это срезанный шляпка. А вот срез. Нашел? Вроде да. Нет. Но я его не могу достать. На нем не могу одной рукой палку. А, ну да. О, расплющило его. Только зашли в лес.
не можем в лес зайти. Попадаются грибы. Вон. Опа. А. Это один. И вот тут, смотрите, какой тоже второй стоит. О. Красота. О, смотрите, срезанный оставил кто-то. И вот прям малыш вылез. Да, не, ну здесь видно, что были грибы. А я нашел малыша. А вон, смотри, еще один малыш. Вот тут. Опять же, порезано. А вот малыш стоит. Вот он какой. Ага, в бок вырос. Ой. Вот один. Вот второй. Ага. Это никакой. Где? Тише, тише, тише. Ага, здоровый. Ну, эти уже, этот уже явно все, да, но был хорош. Смотрите. О. Ну, размножится, ну, чуть подальше оттащим, пускай на новом месте растет, споры свои отдает и растет. Вон кучка. Где? А вот прям. Да? Да? Ну-ка. Сейчас. Они только прям вылазят. Да, вот я нашел. Вот кучка. Сразу боровичок. Где больше кучек нет? Кучек не видно. Мухомор. Вот. Вот. Еще нашли под травой. Смотрите, какой лежит тоже. О, прям чистенький. О, а рядом что? Да, тоже. А вот это кто? Нет, ну это какая-то сыроежка. Вот. Да, вот. Ведро стоит. Ага. Маленький. О, не увидела. Ну, так они вон только-только начинают вылазить. Только-только появляются. Поганочка спряталась под листвой, как будто белый. Тут уже березняк начинается. Наверное, смысла нет здесь ходить. Пойдем вглубь леса сейчас. О. Еще. Да, вот это вот вообще идеальные просто грибы. О. У нас ты, уже... Фига он тяжелый.
Да, это у нас уже третье ведро пошло. Тут вот большой кто-то срезал, оставил. А рядом с ним такой вот красавчик стоял. Подосиновики. Раз, два, три. Вот. Вон четыре. Этот, кстати, хороший. Один, ага. Два. Ага. Что там, улитка? Давай. Лизин. Фу. О. Ну, выкидывай. Не клади. Если плохой, он выкидывай. Хороший. Там стояло 4 штуки. Вот один из них нормальный. Сейчас посмотрим по сторонам. Так, кто досмотрел до этого момента, отпишитесь в комментариях, чтобы я знал, кто нас смотрит полностью, если вас не затруднит. И если не затруднит, отдельным комментарием там. А я досмотрел. Так, это у нас срез. Жаль. Увидел его издалека. И вон еще шляпка здоровая. Ну, это тоже уже все плохой. Хотя и крепкий такой достаточно. Да, шляп. О, это ножка вообще. А вот тоже смотри. О. А дальше смотри. Вижу. Вон еще дальше. Да, да, да. Я же видел их. Посмотри ножку, вообще хорошая, по-моему. Не, ну мы-то такие грибы бы взяли, почему нет? Вот ножка от старого. Да. Так у него самая удивительная ножка крепкая. Его, кстати, можно обрезать. И вот тут, смотрите, какой тоже гигант. А вон еще малыш червивый. Ну, выкидывай тогда. Во. Ирина, возьми гриб, чтобы зрители понимали масштабы, как вот он у тебя в руке будет. Да. Грамм, наверное, 500. Да какой грамм 500? Ты что, килограмм, не меньше? Я не знаю, правда, но мы не взвесили. Мы не берем с собой весы для того, чтобы взвешивать грибы. Это уже было бы прям вообще из ряда вон. И вон, смотрите, какой. О, вот это хороший прям уже. О. Ой, а там красавчик стоит тоже. Давай такие мы не будем огромные-огромные собирать. Ну, собирать не будем, но показывать же будем. Таких два подосиновичка, два-три красивых. А, ну да, вот тоже, кстати, можно взять. В яме.
Да, да, прям хорошие, вон, жирнючие подосиновики. Ух ты ж, клади пока сюда. Так. И вот второй. Так суть-то в том, что там дальше грибы еще. Так, я пойду. А вон там, значит, смотри, какие места. Да, да. Ну мы сейчас везде там пройдемся, посмотрим. Тут вот, похоже, никого не было, раз такие огромные грибы стоят. Поэтому лучше здесь походить, тщательно посмотреть. Ну вот этот, по-моему, хороший. Прям вообще красавчик. Смотрите. О. Да, вот Ирина правильно говорит, что здесь вот места такие хорошие. Главное, что грибы попадаются, понимаете? Причем хорошие грибы, небольшие, большие, разные. И вон там вообще белый мох прям отличный. О. Да ну. Не хочешь? Нет, слежу. Ну вот они, видишь, по этой дороге. То есть вот, возможно, здесь никто не ходил. Может, туда сходим, вон, где белый мох? Мы сходим, давай вот так вот. Вот так обойдем и вот так пойдем. Хорошо. Запечатляй. Можно? А что-то вон срезы. То по-любому тут на. Есть надо. А, посмотреть. Да, вон срезы. На. Значит, сейчас. Был кто-то все-таки. А то мы думали, что никого не было здесь. Да, вот. Друзья, срезы грибов. Он там здоровый, по-моему. Да, кто-то нашел, он тоже большой, гнилой. Смотрите, какая красота. Все-таки хорошо, что мы сюда выехали, в этот лес. Прям я не нарадуюсь никак. А вон грибочек стоит. Красивый. И вот срезы. Кто-то срезал. А, это не боровик. А вон боровик, два. Вот они. Три даже. Вон еще один. О. Раз. Два. Ну, этот уже плохой. Даже положим обратно. Тут 100% хороший. О. А вон еще один. Давайте, пока Ирина там идет, я вам покажу. Вон какой. О, какой.
Вот такая красота. Что сказать? Люди ходили и срезали, и все равно грибы есть. А ну вон большой срезали. И кто-то приехал, кстати, дверьми там хлопают на трассе. Ну ладно, ладно, все. Вот еще один. Я не вижу, я по сторонам смотрю, я даже, вон еще один, смотри, маленький прям. Я просто не могу оторваться ни от природы, ни от грибов от этих. Прям уже сразу по сторонам, только один нашел, уже по сторонам смотришь, еще выискиваешь. Ага, под ветками, да? Спрятался. И не вытащишь же, какие, да, толстячки, что ж. Прям чистый, чистый. Так, а здесь что? Я только что где-то видел. А, ну это не белый. Да, друзья, вот мы ходим с женой. Рассуждаем, что очень много срезов, прям очень много. Если бы, конечно, всю эту красоту застать, когда еще ее не срезали, хотя бы посмотреть, ну, было бы вообще прекрасно. Потому что просто на каждом шагу по два, по три среза. Просто вот каждый квадратный метр срезами, срезами, срезами усыпан. Очищенными грибами, кружками вот от ножек. Найти бы вот такую прям большую поляну нетронутую, где не ходили люди, чтобы она была усеяна просто грибами, показать вам. Вон там тоже, да, посрезали все. Вот, нашли наконец-то. Ходим, срезы смотрим. Тут раз, и хороших два грибочка. Видите, какие сросшиеся. Нет, в одну еще шляпку. Мы еще собираем. Там вон срезы опять пошли. Пойдемте покажу вам. Ну тут я говорю, не сосчитать. Просто вот можно ходить и не сосчитать, сколько срезов. Какой-то. Да, двойной. Вон гриб валяется срезанный. Вот гриб валяется. Вон почищенный. Видите какой. Вот тоже кто-то чистил. Вон. Поэтому просто поверьте, что срезы и очищенные грибы практически на каждом шагу. Очень сложно встретить одиноко стоящие грибы. Ну, иногда нам везет. Попадаются места, где никто не ходил. Но в основном... Мыслим мы так же, как и остальные люди. Видим красивое место, идем туда, находим там кучу срезов. И ходим кругами потом вокруг этих мест в надежде что-нибудь найти. Да, вон срезы. Там надо сходить.
Ничего себе, прям на бугорке, да, стоит? Да, 10 раз уже ходили, наверное. Может быть, игру тут можно кругами ходить и находить. Да не, я полностью согласен. Мы так по большому счету и ходим туда-сюда. Собирали. Сейчас будем возвращаться к машине. Оу! Иду! Возвращаться к машине будем в очередной раз. Надо чуть-чуть отдохнуть. О, как раз. Смотрите. Раз. Два еще. Да. Вот второй. Прям маленький. Очередной раз вернемся сейчас к машине, выгрузим, чуть-чуть отдохнем. Попьем. Надо уже менять место дислокации. Здесь уже с двух сторон лес прошли. Ну, леса-то незнакомые, естественно. Куда ехать? Непонятно. Проедем дальше, там по дороге посмотрим. Остановимся, походим. Я думаю, что-нибудь найдем в любом случае. Спрятался, видите, как профессионально. О. Не правда, вот по ним стучишь, они звучат. Да, да, они вообще все колобки такие прям. Сколько раз мы здесь уже обходили? Нет? Не знаю, раз 10 уже, наверное, прошли здесь. Ну туда пойдем. Ну пойдем, сейчас я ведро возьму. Пойдем, сходим туда. Потихонечку, полигонечку. Да, не говори. Какая красота и милота. Ой, я уже устал ходить, но это радостная усталость.
такое вот чистое место. Он стоит. Хорош, малыш. Только села, все уже грибы. Ой, грибы, комары. Мне надо сегодня будет снять. Еще раз. Ну, вот, смотри, раз малыш. На. Вот два малыш. Прям маленький-маленький. Вот еще один. Так, переехали в другое место. Раз. Бобровичок. Крепкий. Занят. Блин. Да, еле-еле. Два бобровика красивых. Ну, здесь, правда, тоже все исхожено. Ну ничего. Да. Вон тоже белый мох пошел. Тропинки. В общем, красота неописуемая. Ну, я думаю, вы и сами все видите. Что вам постоянно об этом напоминать? Ага. Не, лес красивый. Ничего не скажешь. Видите, беломошные бары. Это практически мы под Тюменью. До Тюмени тут явно ближе, чем до Екатеринбурга, и тем более до Рефтинского. Вот такие вот бары тут. Мы прям очень сильно хотели съездить. Как видите, приехали и собираем грибы. Приморью там привет, кто смотрит. Сильно там в комментариях нас не пинайте за такой грибной урожай. Я знаю, что у вас там с грибами не особо. Ну, по крайней мере, было, когда мне в последний раз писали. Если что-то изменилось, вы сообщите. То вдруг у вас там уже поперли грибы. Как не в себя. Друзья, вот мы ходим-ходим, и кроме двух грибов ничего не нашли. Как можно было во всем лесу в таком собрать? Причем мы туда прошли, там далеко-далеко. Вот такой вот лес красивый. Но я так понимаю, что здесь грибы видно просто за 500 метров, поэтому их все пособирали. Даже если видишь большой гриб, подходишь, там маленькие рядом, они же всегда семейками растут. Да, вот мы ходим, ходим, ни одной семейки не нашли хорошей, только срезы попадаются опять. Я вас уже, наверное, замучил рассказами про срезы. Ну, блин, просто обидно немножко, что опоздали, так сказать.
Даже маленьких не находим. Самое это интересное. В тех лесах хоть маленькие находили. Здесь прям идем, пусто. Наконец-то. Иришка увидела гриб. О, смотрите какой. О, красавец. Да, ну в этом лесу два красавца. На. Раз, а он прям под ним маленький. Так, а это кто? Сейчас. Нет, это не то. В этом лесу, если находишь гриб, то он обязательно красивый. Маленький, да? Червивый, походу. Так, очередной лес у нас и очередная находка. Мы катаемся, короче, по лесам. Чего ты говоришь? Что-то нашел. Вон какого огромного боровика. Я же говорю, местность хорошая началась. Вон, смотри. Ух ты! Вот у нас мы еще там... подосиновички. Да, подосиновички собрали. Шли по этой, по траве такой. Смотри, чистый какой. Да. Там трава была, короче, прям жуткая. И вот вышли на место, как раз где мох начинается, прям только-только начался. Ну, там, видите, такой лес. Здесь уже почище и мох. Сейчас будем здесь искать. Что ты там нашла? А? Вот тут два даже их на честь. Пойду сниму. Ага. Да, прям большой. О. Да, ну уже плохой. Все, он уже сгнил. О! Зай! Тут три штуки аж каких. О, раз. Ну это... Что ты? Сигнализация сработала. О, вон еще маленький. А эти видел? Да. Вон стоит. Ой, какой. Да я сел, сигнализация срабатывает. Ну, в смысле, нажимается там в кармане. И эти видел. Ну, этот плохой. Тоже, да? Да, тоже такой. Такое себе, сухие уже все. Ирина все собирает. Вон подосиновик здоровый. Вон два подберезочка, если вы видите. Вон, смотри, подберезочки прямо на дне это стоят. А вот это что? Подосиновик? Да, подосиновичек. Да их тут вон много, здоровых переросших. Друзья, смотрите. Вот раз подосик. Два. Да. Так, ты видела, что здесь? А? Ты видела? Да, видела. Ну, естественно, он уже плохой. Хотя. Вот. Грибище. Самое интересное у нас
на самом деле из всего этого вот тут. Смотрите, какая красотень. Прям три штучки. Раз. Два. И три. Вот такие вот подосиновички. Рядом вот с таким вот белым. Вот тут. А, еще два. Два еще, да. Угу. Ну вот. Вот наконец-то, видите, о чем я вам говорил. Ну хотя бы вот такие находишь, ну уже приятно. Ну да, мы его не возьмем. Но приятно находить такие. И велика вероятность, что рядом грибы стоят поменьше. Да, это хороший, смотрите. О. Сейчас Ирине дам почистить. А там вот перевернутый. Стоит. Лежит, точнее, кто-то перевернул. А этот прям пахнет так хорошо. О. И он, походу, хороший. Конечно. Не знаю, правда. Так, ну опять мы нарвались на место с подосиновиками. Гнилой, да? Весь. Да, весь он гнилой. Даже не бери такой. О, смотрите. Ну, он тоже уже старый. Внутри пустой. Чувствуется сразу. И я издалека увидел красавчика такого. Вот он. Смотрите. Вот такой боровичок. Иришка опять находит. Смотри, какой. Да, я смотри, какого этого подосика увидел. Ага, я вижу тоже. Хороший. Чистый? Чистый. Чистый. Это чистый? Нет, этот не чистый. Чистые. Такие вот колобочки. Смотри, я нечаянно его выкопала. Такие вот колобочечки. Только начал расти. Ай. Смотри, молодушка. Давай. Ну тут вообще чистый. Да. Зай, смотри. Ну это просто сказка. О. О. Ноги гудят, но ходим. Такой вот лес сейчас. Мох не белый. Но все равно. Ну и грибы здесь особо не попадаются. Попадались вот там, ближе к кромке леса. Пойдем мы, наверное, на другую сторону от дороги. Там пройдемся по лесу. Посмотрим, что там есть. Ну, вот на данный момент ничего себе, уже практически ведро. Я думал, будет гораздо меньше. Ну, пройдемся, в общем, еще чуть-чуть и пойдем обратно к машине.
не надо идти там? Нет, там такой лес прям вот травянистый какой-то, мох. Причем мох такой, видишь, который проваливаешься прям. Ну и грибов я там не видел вообще, от слова совсем. Вот тут какой-то... О-о-о! Там он тоже два. Да вон, смотри, тут какой. Сейчас я вам покажу поближе. Да. О. Тут какое-то уже болотце прям. Вон я это. Вот. Пускай лежит. Пошли. Друзья. Как меня муравьи съели. Да не утащат тебя муравьи. Ну покажем хоть людям, какой муравейник. О, зацените. Какой муравейник огромный. И вон боровик, смотри, какой стоит красивый. Сломанный. Сломанный? Да, он еще и срезанный. Вот это он еще бедолага срезанный. А, ну он... А, это мы тут были? Нет, нет, мы тут не были. А вон, смотри, еще один стоит. О. Какой. Вот этот не срезанный. И красивый, и хороший. Он гладенький. Смотри. Вон еще. Вон маленький. Да, друзья, смотрите, вот здоровый прям. Боровик. О, какой. Ну мы его здесь и оставим. Смысл его доставать оттуда. Видишь? Сейчас покажу. А, ну мне показалось, что вон листик, это гриб. Шляпка, думал. Ну, ошибся. С кем не бывает. Ну, тут уже мох пошел. Интересный такой лесок. Можно походить. Только мы в обратную сторону от машины идем. Хотя хотели к машине. Но я просто муравейник увидел и решил вам показать. И поэтому мы пошли показывать вам муравейник. Красавец. Вообще хороший, да? Пока не чищу. Договорились потом почистить возле машины. Уж больно, друзья, устали мы, честно говоря. Уже прям находились сегодня. Еще домой ехать 4 часа целых. Поэтому вы уж к концу видео нас простите. Ну, смотри, какая траншея, да это. Муравьишки себе сделали траншейку вон до муравейника. Вытоптали. Вот еще один. Давай уже потом почистим. Да, он жив. Подосиночки очередные. О, красивые. Это раз. Да, я вижу, у меня тут тоже сырой груз есть.
малыш. Сейчас Иришка почистит сразу. Да. Очередной. А вон, смотри, еще дальше какой здоровый стоит. Угу. Видишь? Да. Ну, я его сейчас так покажу. Его смысла нет трогать. А вон еще. Побежали, побежали из него. Живность всякая побежала. Сейчас почистим, посмотрим, как он по состоянию. Ну, а вот из этого, короче, куча всего выбежала. Посмотри, почисти. Жаль, я тебе принес специально, чтобы ты почистила, посмотрела. А, ну хорошо. Вот, все грибы очищены. Что в нем не так? А я не знаю. Ну, он, скорее всего, зай червивый. Что он? Что в нем не так? Если уж маленькие червивые, то большой такой, тем более будет червивый. О, вот это что за кучка могучая? Нет. Нет. Белый, да? Смотри. А какой здоровый. Еще нет, одну. А, одну. Ну, он здоровый, но, скорее всего, ему тоже хана. У него там на шляпке живность. Да? Собираем только хорошие, как вы рекомендовали нам. Вот, видите, чистим сразу, смотрим, собираем. Подберезовики стоят. Подберезовиков тьма, кстати. Уже очень много переросших, уже гнилых попадается. Прям вообще много. Так, кучка. Ага. Тоже? Да? Нет, хороший. Я говорю, этот, наверное, красивый. Да. Ну, судя по внешнему виду, да, он белый прям. Кучка. Раз, гриб. А вон кучек сколько, смотри. А там это. Ага. Рыжики. Вон подосиновик, вон подосиновик, да? Нет, это не подосиновик. Шляпка как у подосиновика. Но вот то подосиновик вон стоит. А вон, в этом, внизу. Он большой уже, тоже брать не будем уже. Вон подберезовик, смотрите. Видите, какие они уже. Какой бурелом зашли. Ходим. Вот боровичок стоит. Очередной. Но ходим недалеко от дороги, чтобы не заблудиться. А то леса незнакомые. Я уже говорил. Ну, Ирина как раз-раз-раз до самой шляпки. Сейчас еще и шляпку порежет. Шляпка чистая? Шляпка чистая? Друзья, немного черного груздя, видите,
Да, да тут вон, много его. Вон какие большие, крепкие. Вон стоят, вон молоденькие грузди. Так вот молоденькие, тоже красивые, хорошие. Итак, друзья, вот наш итог. Здесь примерно два ведра получилось. Ну и вот такие вот ведра. Все грибы чищенные. Чистили перед вами. Вон какие красавчики. Я надеюсь, что вы досмотрели это видео до конца. Всем, кто подписывается, спасибо большое. Всем, кто смотрит, спасибо. Комментируйте. И я надеюсь, мы вернемся еще в эти леса. Нам очень понравилось здесь. Беломошные бары. Вот эти. Красота просто неописуемая. Поэтому будем надеяться, что вернемся. И всем пока.